Итак, продолжаем наш вечер. Здравствуйте. У вас потрясающего цвета платье. Все очень красиво, потрясающе выглядите. Расскажите, пожалуйста, о себе. Чем вы занимаетесь? Кто вы? Как сюда попали? Всем нам очень интересно. Ну, попала, как всегда, случайность. Вот. Но я очень признательна своим друзьям, которые мне порекомендовали сюда прийти. Это наше маркетинговое агентство по нашему новому бренду Ихтионелла, косметика с ихтиоловой субстанцией. О себе, ну, немного, наверное. Татьяна Каримова. Вообще не принято говорить о возрасте, но я скажу. 52 года. 52 года. 52 года, это в преддверии праздника я желаю себе прежде всего и всем нашим дорогим телезрительницам выглядеть вот так вот. 52 года. Но если вы хотите радоваться себе и улыбаться каждый день в зеркало, то делайте три вещи. Первое. Спите сладко, немного ешьте и обязательно ухаживайте за своим лицом каждый день. И я это делаю при помощи косметики Ихтионелла. Не так просто читается Ихтионелла, но легко запомнить. По секрету скажу вам, что косметика создана одной из лучших косметологических лабораторий России вместе с фармацевтами. Сделали все как для себя. Очень много натуральных веществ, лучшие активы. И фармацевты добавили ихтиоловую субстанцию. Поэтому рекомендую, не пожалеете. Ну, спасибо большое. Я вам даже и подарю. Вот. Благодарю от души. Это просто очень приятно получить вот от такой женщины потрясающий подарок. А вот немножко отвлекаясь, но тут как бы тут все, как все гениально всегда просто. Я правильно запомнила? Спите сладко. Не ешьте много. И каждый день ухаживайте за своим лицом. А вот такой вопрос. Вот что для вас позитивные эмоции и вообще где вы их берете? Ну, наверное, прежде всего от своих друзей, родных, близких, детей, родителей, семья. Это, наверное, главный источник. Ради них все и происходит, по большому счету. Это так ценно. Я всем желаю вот так же выглядеть. Всем желаю семьи, детей, счастья, любви и позитивных эмоций. И хорошего праздника всем. Да, и хорошего всем праздника. Праздником. Спасибо.